Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, если хотите быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса, обязательно подписывайтесь на наш канал. Заранее спасибо. Буквально несколько минут назад нам сообщили, что этой ночью скончался грузинский и российский актер театра и кино Михаил Гамиашвили. Он родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец прославился благодаря роли в фильме «12 стульев». Гамиашвили решил пойти по стопам родителей и окончил факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели, а с 1997 года работал в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили. Среди известных киноработ актера: «Заступники», «Враги», «Он сказал, мама», «Там за горами», «Лето», «Мне без тебя не жить» и «Президент». Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.